Акция «Капля крови, капля жизни» для Димитровграда стала уже традиционной. Ежегодно на площади Советов в этот день работает мобильная станция переливания крови. И, как обычно, каждый год в ней участвует большое количество горожан. Это, конечно, прежде всего работники администрации, работники полиции и простые горожане. В среднем мы принимаем от 40 до 100 человек, что позволяет нам заготовить порядка 30-40 литров донорской крови. Сдав кровь, донор уходит, а специалисты проводят с образцом крови исследования, чтобы решить, пригодна ли она для лечебного переливания или нет. Среди доноров есть как новички, так и те, кто сдают кровь уже не первый раз. Сдала 6 раз кровь. Я думаю, что и дальше буду продолжать сдавать кровь, потому что это нужно людям. В этот день хочется выразить огромную благодарность тем людям, которые сдают свою кровь, чтобы спасти жизнь и поддержать здоровье совершенно незнакомых им людей. В этом году губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов объявил год добрых дел. И очень отрадно знать то, что таких неравнодушных людей в нашем городе становится все больше и больше. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.